Всем привет, Багир. Багира. Вот она наша, моя красавица, Багир. Вот она родила щенков. Вот. На таких пятерых щенков сегодня родила у нас Багира ночью. Кто смотрел видео, знает, она у меня сильно болела. Потом я ее как бы вылечил. Но неделю назад ей опять стало очень плохо. Мы ее опять начали лечить. Я ей колол много витаминов. Я уже думал, что она не сможет родить, потому что была очень слабая. И боялся. Думал, ладно, пускай будет выкидыш, но лишь бы Багира спаслась. Нет, все прошло успешно. Я даже не думал, что кто-то беспокоится из моих зрителей и подписчиков за Багиру. Она рычит. Вот на кого хан. Хан! Вот он, конь. Завел, вот медведь, видите? Это медведь наш. Хан. А ты наш чувак. Видите, какая морда. Хан. Это не твои дети. Я завел его показать. В 5 часов утра он начал скулить возле окна. Вы следите, когда собаки видите, что что-то происходит. Ну, такого не было. И первый раз, значит, что-то собака хочет сказать вам об этом. Я в 5 часов слышу, он смотрит в окно и скулит. Он прям прислонился к окну. Хан. Я его завел просто показать вам. Он прислонился к окну и скулит. Я вышел и говорю, что такое? Он скулит, сюда пошел, в сторону курятника. Ну, я зашел посмотреть Багира. У нее 4 щенка. Она, вот они. Здесь три девки и 2 пацана. Я когда зашел, Хан на улице аж лаял, да? Хан, Хан. Следующие будут твои детки, да? Ты еще маленький у нас. Этому коню сколько месяцев? 8? Ну ничего, в следующий раз от него родишь. Это родила, не знаю я от кого. Они не чистокровные немцы. Ну мамаша вот чистокровная. Багир. Но она замученная у меня, замученная. Ничего, самое главное, родила, мы ее теперь откормим. Самое главное, ест она. Вот поела полную чашку. А щенков, кто кому надо, пожалуйста, кто в Ангарске, в Иркутске, там в Соле, звоните, щенки будут очень умные, отдадим бесплатно, 5 штук, так что, ну через Авито потом по-любому месяц будет, как начнут кушать, будем раздавать. Багира все равно еще, Багира на хана смотрит, Багира слабоватая, ну, пятерых родила, такие дела, так что, все нормально с Багирой, вот она. Они разноцветные, видите, белая нога, белая это как бы грудка, это не немцы, это какая-то помесь. Ну вот этот более-менее похож на немца. Это тоже белая грудь, видите. У этого тоже белая грудь, но это от какой-то дворняги. У этого тоже один более-менее похож на немца. Багира вообще, она очень привередливая. Она, ей очень тяжело подобрать кобеля. Когда я ее хотел, у нее была течка. Она пятерых кобелей где-то погрызла просто, не подпускала. Одного кобеля она подпустила. Один раз она от него родила. Но этот кобель уехал в Краснодар. Поэтому мы купили Хана. Хан, ты возле печки греешься. На улице же тепло. Шерсть, я не знаю, у него можно шубу шить и спокойно спать на снегу. Офигенная шерсть. Хан, Хан, смотри сюда. Так что такие дела, Багир. Кому нужны щенки, звоните, пишите. Через месяц будут готовы. Ладно? Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.